Воспитатели познакомили ребят с рождественскими православными традициями. Особое место занимает святочная неделя, которая, как известно, не обходится без колядок. Вместе с ряжеными дети распевали колядные песни, играли в народные игры и забавы, водили хороводы. Мне очень понравился утренник. Мне очень понравилось, я очень хорошо запомнила момент, когда мы частушки пели. И я хочу, чтобы в следующем утреннике у нас было дольше, больше счастья и больше песен и танцев. Я хочу, чтобы все было веселое и специально для детей сделано. Детям очень нравятся такие утренники. Мы каждый год проводим. Это развивает духовную и нравственную культуру детей. Детям очень нравится петь частушки, танцевать русские народные танцы. Это стало традицией в нашем саду. Именно такие незатейливые поздравительные величания колядки пели истори наши предки. Они были бережно сохранены и переданы из уст в уста нашими прабабушками и прадедушками. А задача взрослых, педагогов и родителей – воспитать интерес и любовь к родной культуре, традициям и обычаям русского народа. Именно родная культура должна найти путь к сердцу и душе ребенка.